Bon. Ladies and gentlemen, please, can you be seated because? S'il vous plaît, pouvez vous La cérémonie va bientôt commencer. Je vous remercie. Добрый день, уважаемые господа. Прошу присаживаться. Господа, присаживайтесь, пожалуйста. Пора начинать. Спасибо большое. Да, переводим для франкоязычных, говорит ведущий по-французски. Прошу присаживаться. Сообщаем, что имеется синхронный перевод на шесть языков ООН. Уважаемый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, уважаемый президент Франции, ваше превосходительство, дамы и господа, для меня огромная радость и удовольствие. И а, совершенно осознанно я принимаю здесь вас, на этом форуме по управлению интернетом. Хотелось бы поблагодарить, уважаемого генерального секретаря ООН и президента Франции за присутствие сегодня в этом зале. Таким образом, они демонстрируют свою преданность вопросам вопросам нашего будущего и нашей современности. Они демонстрируют преданность идеям многостороннего подхода, которые демонстрируют себя и в тех мероприятиях, которые были организованы недавно в Париже, и на форуме «Во имя мира», который открылся вчера в Париже. Все проблемы сегодняшнего дня глубоко несут на себе печать цифровой революции. И эти вызовы, особенно касающиеся искусственного интеллекта, не могут ждать. Мы знаем, что ни одно государство не в состоянии решить эти проблемы в одиночку, один в поле не воин. Без поддержки гражданского общества, частного сектора, исследователей, ученых решение этих проблем будет невозможно. И цифровая революция для решения наших общих проблем и достижения целей устойчивого развития до 2030 -го года может пойти нам на пользу. Особенно в области мандата ЮНЕСКО, в области образования, защиты культурного наследия, защиты океана. И эти преимущества мы видим каждый день. Но есть определенные сложности. Определенные проблемы, для решения которых нам нужно объединить усилия. В частности, касающиеся и мандата ЮНЕСКО, и всеобщих ценностей, на страже которых мы стояли, стоим и будем стоять в цифровую эпоху. В частности, проблемы, связанные с универсальной природой интернета. Мы знаем, что подключение к интернету сейчас распределяется несправедливо. Четверо из пяти проживающих в развитых странах имеют доступ к интернету, а в развивающихся их только двое из пяти. Есть определенное социальное неравенство, неравенство гендерное. И в данном случае это неравенство лишь обостряется, а никак не смягчается. Есть также и неравенство языковое, потому что на некоторых языках знания не распространяются. Очень остро стоит такая проблема, как, например, травля в интернете, актуальная в школьной среде и касающаяся всех стран. Распространение риторики ненависти тоже проходит по сети интернет. Все это требует от нас определенной реакции и. Часть из нее должна заключаться в обучении людей правильному использованию интернета. Очень остро стоит вопрос о творческой деятельности в интернете все, кто размещают результаты своего художественного труда в сети, должны существовать в условиях, при которых их творчество будет вознаграждено, в том числе и финансово, чтобы они могли существовать дальше. Гуманистические идеи в эту цифровую эпоху остро ставят вопросы этики. И в данном случае к нашему мандату относится этика, связанная с искусственным интеллектом те гуманистические принципы, которые мы хотим пронести в будущее, требуют всеобъемлющего обсуждения, общей мировой дискуссии, в которой и ЮНЕСКО будет принимать активное участие при поддержке всей системы ООН, с участием всех тех, кто выразит желание поддержать эту работу. Страны-члены, антропологи, философы, исследователи, представители художественного мира. Каждому есть что привнести в эти дебаты. Спасибо всем за ваше доверие, за то, что уделили нам время, что пришли сюда в этом в этой организации, под этой крышей мы сохраняем те гуманистические идеалы, которые одушевляют наш мир. Я надеюсь, что еще неоднократно мы с вами встретимся в этом зале. А теперь я хочу передать слово генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. уважаемый господин президент, ваше превосходительство, дамы и господа. Сегодня мы собрались здесь, в Париже, во Франции, в месте, где процветает творческий гений и дух человечества. Именно здесь, в 1805 году, был впервые использован механический телеграф в 70-е годы прошлого века. Был изобретен Минитель французскими специалистами. Именно так потихоньку зарождался интернет. Луи Пузан создал датаграммы и таким образом обеспечил возможность передачи пакетный, пакетных данных и внес свой вклад в развитие интернета. Именно здесь во Франции были потихоньку закладывались основные элементы будущего цифровой эпохи и действия президента Макрона также развивают эту богатую традицию и набрасывают новые пути развития. Именно поэтому я хочу поблагодарить его за то, что он принимает нас здесь и обеспечивает нам возможность свести воедино философию, историю и технологию. Именно с пониманием истории мы можем строить планы на будущее. Пришел момент осмыслить основные технологические средства и правильно осознать их потенциал по изменению и укреплению фундаментальных ценностей человечества. Национальный диалог здесь, во Франции касается определяющих вопросов нашего общего цифрового будущего. В лекционных аудиториях и на террасах кафе Франции философы и писатели размышляют о том, как, какое влияние технология окажет на жизнь человечества. И именно этот поиск мудрых решений и баланса с инновациями привел нас сегодня в ЮНЕСКО, который нас так щедро принимает. Именно в этих стенах ежедневно звучат горячие прения по вопросам этического характера, а также искусственного интеллекта и цифровых знаний. Именно здесь на этом стечении настоящего, будущего и прошлого мы открываем 13-й форум по вопросам управления интернетом. Дамы и господа, ваше превосходительство. Форум прошел большой путь с момента проведения Первого мирового форума по информационному обществу, который состоялся в 2005 году в Тунисе. В тот момент, если вы помните, Facebook только открывал свои двери первым пользователям, а Twitter вообще не существовало. И вот за эти 13 коротких лет цифровой мир радикально изменился, открылись новые возможности. Цифровые решения изменяют саму природу нашей жизни. И таким образом могут обеспечить нам ускоренное достижение целеустойчивого развития. Но помимо тех огромных преимуществ, которые несет с собой цифровая эпоха, встают вопросы и кибербезопасности, и больших данных, и искусственного интеллекта. Мы видим, как интернет используется как платформа для риторики ненависти, для подавления свободы знаний, цензуры и обеспечения контроля. Достаточно посмотреть на основные заголовки газеты. Мы видим, как интернет и соцсети углубляют этот раскол, радикализируют людей, плодят недоверие, групповую обособленность и ненависть. Со временем... Возникают новые платформы для обсуждения этих вопросов. Именно поэтому наш форум должен адаптироваться к изменяющимся условиям. Сегодня один из самых главных вопросов, стоящих перед нами, это сохранение актуальности своей работы. Но есть и хорошие новости. Франция, которая принимает нас в этом году, и Германия, которая будет принимать нас в следующем году, не жалеют ни времени, ни сил, ни энергии в планировании наших мероприятий. Особенно приятно узнать, что группа высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которое было запущено в июле этого года под моим руководством, тесно сотрудничает с форумом. Наши общие прения будут отражать способы улучшения цифрового сотрудничества. И по мере того, как мы обсуждаем укрепление актуальности нашего форума, у меня есть пара предложений, которые я вынесу на обсуждение на группе высокого уровня. Первое. Мы должны быть не просто многосторонним инструментом, мы должны быть межведомственным и э, междисциплинарным органом. Сотрудничество между различными э, деятелями в цифровой среде не должно, э, пока не успевает за развитием новых технологий. Например, на большие данные мы смотрим с технологической, экономической точек зрения, с точки зрения прав человека, стандартизации и, и с юрисдикционных вопросов. Но если мы будем смотреть на это каждый в своем зашоренном, со своим зашоренным подходом, то мы будем формировать очень слабые политические решения как для пользователей, так и для представителей промышленности и руководства. Именно поэтому нужно привлечь к этой работе философов для рассмотрения этических вопросов, прежде антропологов и других специалистов, которые обычно в таких мероприятиях технологического характера редко принимают участие. При обсуждении социальных сетей нужно привлекать и политологов, и социологов, и это позволит нам расширить спектр навыков, знаний, идей, которые позволят найти правильный баланс, в частности, между защитой частной жизни и безопасностью. Второе. Нам необходимо создать общий понятийный аппарат, и реперные точки. Я обращаюсь к вам с вопросом, к экспертам, как мы можем обеспечить формирование нового языка цифрового сотрудничества, обеспечить общие реперные точки, предложить новые подходы и искать способы применить новую оптику к существующим проблемам. Нам необходимо обеспечить самый высокий уровень компетентности для решения самых значимых вопросов. И в данном случае сквозные, представление сквозных ресурсов будет очень полезно. И ответ на эти вопросы должен сводить все эти разрозненные потоки в одну общую ткань глобальных усилий. Всем нам потребуется максимальное усилие для того, чтобы услышать даже самые слабые голоса. Вот этот многосторонний подход как раз и, глав, и является главным преимуществом нашего форума. Но э, есть и э, другие очень важные элементы. Дело в том, что э, развитие цифровых технологий касается всех и каждого. Обычно... Э, самые голоса самых слабых представителей нашего общества не слушны, а нам нужно привлечь их более активно. Необходимо использовать цифровые технологии для открытия новых возможностей для ведения бизнеса и социальной инклюзивности. Мы должны увидеть и услышать тех людей, у кого ограниченные возможности. Мы должны увидеть и услышать женщин, которые были недопредставлены как и на уровне разработки, так и на уровне пользования этими цифровыми технологиями и, и этот гендерный разрыв необычайно глубок. Мы должны активно привлекать более старшее поколение, возрастных пользователей. Они все больше и больше знакомятся с цифровыми и цифровыми технологиями. Молодежь использует экономику для трансформирования будущего будущих рабочих мест. На наших глазах меняется рынок труда. И в этих условиях мы должны поддержать культуру и образование на протяжении всей жизни. Есть ли у всех такой доступ? Как нам обеспечить его? Нам необходимо помочь преодолеть цифровой разрыв как между странами, так и внутри них. Именно поэтому я призываю вас, обращайтесь к представителям официальных руководящих органов ваших стран, особенно в развивающихся странах. Давайте услышим, что тревожит представителей власти, какие идеи у них есть относительно того, как будет развиваться цифровая среда. Есть ли, открыты ли они э, дискуссии, обсуждаются ли вопросы развития частного сектора, безопасности инфраструктуры? Мы должны помочь им в этом. И, наконец, может быть, самое главное, нужно, чтобы наши прения здесь, в этом форуме, имели непосредственное влияние и воздействие на нашу повседневную жизнь. К сожалению, мы очень плохо понимаем трансформирующий потенциал, а также разрушительный потенциал этих технологий. А технологии должны расширять наши возможности, а не приходить нам на смену. Именно поэтому эти преобразовательные изобретения должны использоваться и мы должны делать все возможное для того, чтобы препятствовать их не целевому использованию или даже вредоносному использованию. Обсуждение управления интернетом не должны оставаться просто пустыми словами. Здесь нужно обязательно учитывать и силы рыночной экономики. К сожалению, традиционные формы регулирования к этим к этому новому поколению проблем уже неприменимы. Нужно использовать нетрадиционный, многосторонний, многофакторный подход с привлечением частного сектора, исследовательского сообщества и гражданского общества. Так что мы, как форум, должны подумать, что мы можем привнести в область управления интернетом. И на эти ближайшие три дня я призываю вас подумайте о тех инновационных решениях, которые могут укрепить доверие в интернет-среде рисков очень много, но некоторые из них можно направить нам на благо, использовать их как возможности. Я поддерживаю Департамент экономических и социальных вопросов, ООН, и меня также поддерживает целый ряд региональных и национальных форумов, подобных нашему. Я хочу отметить особенно поддержку многосторонней консультативной группы и отметить, что им удалось достичь гендерного паритета. Мы также знаем, что те положения, благодаря которым был создан форум, дают нам возможность улучшать существующие механизмы. И здесь важно собирать и рассматривать все предложения, которые идут на пользу укреплению нашему форуму. Я хочу также сказать, что наша группа высокого уровня также является генератором идей. Мы должны воспользоваться этой уникальной возможностью. А вот в области управления нам нужно быть такими же амбициозными, такими же дерзновенными, как и те, кто Заложил основы и построил интернет. Я вы можете рассчитывать на мою поддержку в этом общем пути к более безопасному и справедливому цифровому будущему. Большое спасибо всем. Вам желаю удачной работы. Спасибо большое, уважаемый генеральный секретарь, дорогой Антонио. Спасибо за такую вдохновенную речь. Спасибо, что приехали сюда. А спасибо также за те слова, которые вы принесли вчера на парижском форуме мира. Это, собственно, основа вашего выступления и сейчас. Спасибо генеральному директору ЮНЕСКО уважаемый президент либерии спасибо также что почтили нас своим присутствием и участием господа министры послы дамы и господа дорогие друзья впервые пожалуй я выступаю перед вами сейчас официально в качестве президента франции выступаю одновременно в стенах организации ООН и одновременно в париже и я очень рад быть сегодня здесь с вами в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это уникальное, уникальный механизм нашего взаимодействия в деле защиты культурного наследия. Это Всемирная организация по науке и образованию. Это платформа распространения многоязычия, вы об этом говорили. Это центр распространения цифровых знаний и цифровых технологий. Сегодня нам нужна совесть ООН, которую воплощает ЮНЕСКО. Думаю, что нам жизненно необходимо, чтобы ЮНЕСКО смогла бы убедить все более и более, больше и большее количество стран, убедить присоединиться к нам. Сегодня в стенах ЮНЕСКО проходит а, форум по управлению интернетом, и это высоко символично. Всего лишь 30 лет прошло с момента появления интернета. Едва ли 50 лет прошло с момента первого обмена информацией между двумя компьютерами, что и заложило основа интернета. А сейчас половина человечества использует интернет. Переживаем мы на сегодняшний день гигантское ускорение этого процесса. И мы за последние несколько лет смогли отметить совершенно беспрецедентное ускорение. Часто говорят, сравнивают интернет революцию, которую принес интернет, с революцией изобретения печатного станка. Действительно, в то время изобретение печатного станка позволило распространение знаний, доступ к знаниям огромного количества людей. Но развитие интернета и распространение информации а, через интернет гораздо более масштабно. 90% информации, созданной с момента зарождения человечества, а, имело место последние несколько десятилетий. За последние несколько десятилетий изменилось также то, каким образом люди ищут информацию, обмениваются идеями. Это привело к трансформации методов потребления, методов управления вообще всей жизни человеческой. Интернет позволил человеку жить более интенсивно, создавая впечатление, что человек проживает одновременно тысячу жизней. Так что тут налицо сдвиги культурные, философские, технологические. Революция не завершена. Буквально каждый день изобретается что-то новое. Вы говорили об искусственном интеллекте, об интернете вещей и о некоторых других формах интернета. Так что можно... Усмотреть в этом гигантские перспективы в том, что касается развития культуры, здравоохранения, науки и так далее. Нас ожидают годы неслыханных возможностей. Мы стоим на пороге нового витка прогресса. В то же время все это сопровождается появлением новых проблем и вызовов. Сейчас, открывая 13-й форум управления интернетом, который проходит параллельно с саммитом ГОВТЭК и саммитом мира парижским, мы можем сказать, что действительно мы находимся на стыке эпох. И я хотел бы от имени моей страны Франции, в присутствии генерального секретаря ООН Антонио гутериша хотел бы сказать, что Ваше сообщество, которое позволяет функционировать интернету, сегодня особо важно. И я разобью эту мысль. Сегодня в Париже проходит парижская цифровая неделя. Это и э, саммит Гафтека, и ваш форум, и парижский форум мира. Все это проходит на фоне встречи э, нескольких десятков глав государств и правительств с высокопоставленными делегациями в связи с празднованием столетия завершения Первой мировой войны. И это высоко символично, заставляет нас задуматься. Хотел бы поделиться с вами некоторыми своими соображениями. По-моему, сегодня интернет э, Менее очевиден в какой-то мере, чем был вчера. Но в некоторых случаях некоторые формы интернета срабатывают, и несмотря на различные кибер... киберинциденты, мы практически слепо доверяем тем цифровым устройствам, которыми пользуемся в повседневной жизни. Для некоторых интернет совершенно очевиден, некоторые забывают, что... Э, Когда-то интернета не было, вы видите, как интернет помогает нам улучшать нашу жизнь буквально повсеместно, во всех областях. Государственные органы, компании наши практически, может быть, забывают, что эта суперсеть иногда может оказываться под угрозой. Это очевидно. Интернет кажется всем очевидным, но это э, очевидно сейчас под угрозой. Представьте себе, что киберпространство представ... становится э, площадкой конфликта, и эта площадка очень быстро может раздробиться и континенты разойтись э, в разные стороны, если хотите. Потому что слабые места в интернете на сегодняшний день существуют. Возьмем, скажем, подверженность кибератакам. Если мы не сможем обеспечить доверие к системе, обеспечить подлинную безопасность этой системы, то интернет может распасться на отдельные пространства. И в итоге то, что родилось на базе инициативы частного сектора и... Э гражданского общества распадется на кусочки. Если, повторяю, обеспечить безопасность этого общего пространства, мы не сможем. Сама природа кибератак, с которым мы сталкиваемся сегодня, такова, что под угрозой может оказаться стратегическая безопасность, может оказаться система здравоохранения, больницы, попросту говоря, во всех странах, которые вы представляете. То есть, если не обеспечить безопасность единой системы, то система это распадется с тем, чтобы в своих границах каждый кусочек этой системы мог бы попытаться обеспечить собственную безопасность. Под угрозой находятся сервисы, которые обеспечивают интернет и контент. Список диагноз, так сказать, становится все более сложным. Фактически, то, же, что дало нам возможность осуществить арабскую весну и обеспечить единство мира, ведет также и к усугублению сил раскола, сил зла. Десять лет тому назад не захлестнула волна демократических революций и интернет стал этим самым гиперпространством мобилизации, на, на фоне которого расцвела действительно мировая свобода и демократия. Сегодня, если посмотреть на наши страны, мы видим, что интернет гораздо более активно используется экстремистами. Э используется теми, кто прибегает к риторике ненависти, кто насаждает ненависть и раздор. И наши собственные слабые места гораздо более успешно используют авторитарные режимы. Они используют интернет как троянский конь, троянского коня в свое в некотором смысле, и это тоже реальность, поэтому мы должны, может быть, более тонко подходить к тому, что говорится об интернете. Нужно проявлять бдительность, и нужно смотреть правде в глаза. Просто праздновать победу мы не можем. И Само анонимный характер интернета также становится проблематичным. И сейчас мы на перепутье фактически. Не только мы можем говорить о том, что интернет под угрозой. Мы можем говорить о том, что э, многие начинают говорить о том, что интернет таит в себе угрозу демократическому обществу. И надо проводить черту разграничения между дискурсом авторитарных обществ, которые видели для себя угрозу в интернете, и теми, кто в демократических обществах э, видят интернет в отсутствии со, со, необходимого регулирования, э, как средство для этих авторитарных режимов, которые авторитарные режимы используют для дестабилизации самих наших демократических обществ. И только что вы, господин генеральный секретарь, говорили о том, что все эти сдвиги действительно являются собой потрясение в наших обществах. Мы должны подумать при этом не только о риске, с которым сопряжен интернет, но также о тех возможностях, которые он открывает, возможности для обеспечения инклюзивных обществ, с тем, чтобы избавиться от разрыва который существует углубляется сегодня между имущими и неимущими в цифровом плане и наконец вопрос ценностей существует такой соблазн учитывая нейтралитет нейтральность интернета а, обеспечить полный доступ для кого угодно в интернет потому что порталы могут становиться по сути дела а, Интернет-порталы могут становиться своего рода э, буфером, защитной стеной для тех, кто э, вносит свой контент в интернет, не всегда самый благовидный. Нейтральность интернета ⁇ это очень важное понятие, и вы содействовали сохранению этой, э, этой нейтральности. Это позволяет обеспечить выживание сети ее развитие, но нейтральность не есть универсальность. Давайте задумаемся над этим. Мы в наших странах на протяжении веков вырабатывали те принципы, которые сейчас отстаивает систему ООН. Мы говорим о ценностях, выстроенной в определенной иерархии. Есть некие универсальные ценности. Нейтральность не обеспечивает такой универс... универсальность. И нужно говорить об этом во всеуслышании, потому что интернет позволяет также распространять свое влияние тем, кто не разделяет наши ценности. Интернет позволяет также закрыть кому-то доступ в интернет, апеллируя к этой самой нейтральности. Мы должны обеспечить свободный, надежный, безопасный интернет, который я искренне верю, который обеспечил бы доступ для всех и каждого, но который потребовал бы соблюдения в своем пространстве наших ценностей и наших идей. Я думаю, что ошибка, которую мы совершаем, заключается в том, что мы под предлогом нейтральности даем доступ к всеядности, если хотите, отказываемся от того, чтобы отстаивать наши ценности, которые выковывались на протяжении десятилетий и веков. То есть во имя свободы, по сути дела, мы дали возможность продвинуться вперед, причем с открытым забралом, всем врагам свободы. Тогда как это те, кто фактически попирают все ценности, на которых мы строим свою жизнь. Это ведет, на мой взгляд, к все большей и большей ответственности тех, кто занимается регулированием э, интернета. Все эти угрозы как раз и... Привели меня сюда сегодня, на эту трибуну. Я глубоко убежден, что действовать нужно безотлагательно. Мы, кто имеем отношение к работе интернета, должны действительно осознать свою ответственность. И именно в этом контексте я и предложил тему интернет-доверия для нынешней сессии форума. Нужно вернуть интернету кредит доверия. Нужно, чтобы люди верили в безопасность интернета, в качество э, контента, в доверие к э, самой сети. Знаете, Франция на протяжении уже нескольких лет э, пытается провести в Европе идею регулирования э, сетей. И я, когда произношу э, слово регулирование, уже слышу, голоса недовольных, несогласных. Нам говорят, нельзя допустить, чтобы нам помешали действовать в соответствии с нашими общими интересами. Вы знаете, недоверие порой тоже бывает здоровым. Не все правительства равны друг другу. Есть правительства демократичные, есть недемократичные. Есть и демократии либеральные, есть нелиберальные, а есть страны, которые демократическими назвать нельзя. И подходить э, скопом и на равных ко всем мы не можем. Именно учитывая этот факт, нужно э, регулирование, чтобы интернет действительно мог существовать в свободном, равном для всех формате. И это исходное представление об интернете мы должны отстоять. И нужно, чтобы демократические правительства, соблюдающие принцип верховенства права, могли бы защищать свое население, потому что в противном случае сами основы демократии могут покачнуться. Если мы лишим граждан права на пользование собственными данными, в каком в чем смысл нашего существования? То есть получается порой что? Поскольку какие-то э, субъекты экономической деятельности, из-за того, что они очень мощные и располагают огромными возможностями, э, мы э, отдадим судьбу наших граждан на откуп им, этим субъектам экономической деятельности. Это значит, что государства отступают. Перед лицом а, такого рода а, субъектов и а, не выполняют свои первейшие обязанности защиты собственных граждан. То есть мы не должны допустить а, интернета, ни интернета, который действовал бы совершенно на основе произвола, и с другой стороны, такого интернета, который был бы подпятой государства. Нужно нечто среднее. Сейчас, на сегодняшний день, мы видим два типа интернета. Калифор... Интернет по-калифорнийски и интернет по-китайски. С одной стороны, интернет, который э, э, основан на крупных корпорациях, то есть чисто на частном секторе, но тоже никакого отношения к демократическим основам государства эти инстанции не имеют. Это интернет, основанный на системе самоуправления, но назвать эту систему демократичной нельзя. С другой стороны, это интернет по-китайски, где э, важную роль играют э, государственные органы, правительства, где, например, те, кто занимается созданием искусственного интеллекта, находятся на службе государства. Я с большим уважением отношусь к этим странам. Мы работаем в. В тесном контакте с Китаем, сотрудничаем с Китаем, с большим уважением отношусь к этой стране. Но у нас расхождения определенные по целому ряду вопросов. И э, к индивидуальным свободам по-разному относимся, и культура у нас разная. Мы не должны допустить гегемонии такого рода интернет. То есть мы должны. Встать на путь мягкого регулирования со стороны государства, гражданского общества, чтобы все участники процессов принимали участие в выковывании этих регулирующих норм. Потому что если правила будут составлены ненадлежащим образом, вы же самые первые об этом и, от этого и пострадаете. И мы в Париже еще в прошлом году выступили с инициативой такого кооперативного, скажем так, регулирования. Все акторы интернета, все те, кто принимает участие в интернет-процессах, будь то государственные органы, журналисты, гражданское общество, частный сектор, чтобы они все вносили свой вклад, свою лепту в формирование этих регулирующих Норм. Всемирная паутина является богатейшим хранилищем знаний. Это наше общее достояние и управляйте этим достоянием. Мы должны совместными усилиями, чтобы к этим знаниям имели бы доступ и будущие поколения. Поэтому нам нужно переосмыслить многосторонние подходы, в частности в цифровом пространстве. Поэтому я предлагаю вам сегодня новый коллегиальный метод работы. Форум управления интернетом существует вот уже 12 лет. И уровень качества дискуссии, которые ведутся на форуме, все признают, но форум не должен теперь ограничиваться только дискуссиями. Мы должны стать площадкой для формирования конкретных предложений, конкретных решений. Я готов поддержать любые инициативы в этом плане. Поэтому Франция вместе с предыдущим организатором форума Швейцарии и Германии, который проведет следующую сессию форума, предлагаем реформы. И уже сейчас, исходя из опыта Женевского, мы подведем итоги дискуссий, но вам впоследствии отводится роль в разработке рекомендаций по э, публичной политике. В этом и был смысл создания в 2005 году этого форума. И также хочу предложить следующее. Пусть форум будет действовать теперь под непосредственным руководством генерального секретаря ООН и использовал бы силы генерального секретаря ООН. Тут вам решать, уважаемый Антонио Гутериш, но я знаю, что вы готовы на этот шаг. Предлагаю задуматься над нашей общей дорожной картой. И я с вниманием прислушаюсь к вашим рекомендациям. Может быть, над этим имеет смысл вам сегодня, завтра, послезавтра поработать. Тут для Франции, например, есть несколько совершенно абсолютных императивов и приоритетов. Этим занимается, кстати, наш статс-секретарь по вопросам цифровых технологий. Во-первых, защита граждан. И тут два как бы направления. Это защита данных и регулирование контента. Мы в Европе уже э, работаем э, здесь рука об руку. Вопрос защиты данных разрешен был с принятием регламента по защите данных. Это доказательство того, что регулирование отнюдь не вставляет палки в колеса инновационным процессам, а наоборот помогает им. Этот регламент был принят... В момент, когда за океаном разразился скандал, связанный с защитой данных. Этот регламент сейчас приобретает форму международного стандарта, но последнее слово еще не сказано. Даже здесь, в Европе, мы должны идти дальше. Идея такая, создание единого механизма в случае нарушения частных данных, что позволило бы всем гражданам, всем пользователям в Европе обращаться с исками и удовлетворялись бы, чтобы эти иски в упорядоченном режиме. Это должно стать действительно практичным решением. Решение эти можете искать вы. Неправительственные организации, частные компании, компьютерщики. Мы ждем от вас предложений, в частности, в отношении незаконного контента, контента или нежелательного контента. Это следующий шаг в нашей работе. Тема, конечно, очень сложная, комплексная. Тут нужно выделить два блока тем. Первое ⁇ это борьба с очевидно незаконными э, контентами. Это педопорнография, это терроризм. И тут нужно жестко пресекать такого рода проявления. А второй блок ⁇ это контенты, которые э, незаконные не могут э, быть в зависимости от того, как они трактуются в разных странах. Например, дефамация или харассмент, и тут инструменты пресечения тоже могут быть разными. Во-первых, на сегодняшний день существуют средства искусственного интеллекта, которые могут выявить, например, контент, в котором содержится террористический такие высказывания или видео, где видео с педопорнографией, но они еще недостаточно совершенны для того, чтобы выявить где-то, скажем, иронию или насмешку. Также вопросы свободы выражения мнений или выражения ненависти тоже могут трактоваться по-разному в разных местах. Гражданское общество должно тут говорить свое слово как раз. Ну, нужно сказать, что значительные шаги уже были сделаны. Мы должны продолжать. Где у нас серьезные подвижки? там, где речь идет о очевидно незаконном контенте, в частности борьба с терроризмом. В прошлом году мы в Евросоюзе вышли напрямую на операторов интернет. Создан был Всемирный форум интернет против терроризма. В сентябре на Генассамблее ООН мы об этом говорили. Значительные инвестиции были сделаны для того, чтобы обеспечить автоматическое выявление, распознание и модерирование контента. Но тут, надо сказать, не везде все однозначно. Где-то подвижки больше, в других местах меньше, не на всех платформах эти средства используются. Я думаю, что можно уже э, принимать официальные решения на эту тему, соответствующие законы, госпожа комиссар, э, э, европейский комиссар по вопросам цифровых э, цифрового общества, мы готовы к определенным шагам. И я надеюсь, что проект э, директивы э, будет принят еще в преддверии выборов в Европарламент. Но надеюсь, что будут предложены также четкие правила, которые можно будет использовать не только в Европе. Анонимность в интернете должна позволять обеспечить и впредь свободу слова там, где она попирается, но это не должно быть предлогом для того, чтобы вывести из-под ответственности преступников и террористов. И э, нужны меры, которые позволили бы находить доказательства в цифровой сфере, э, в случае если речь идет о преступной деятельности. И э, закон об облачных технологиях э, американский в этом плане может быть вполне э, неплохим э, примером для нас. Теперь по контентам, где незаконность может оспариваться или трактоваться по-разному. Тут тоже нужно искать средства борьбы. Мы видели с нами недавно недавнюю драму в Соединенных Штатах с безобразными высказываниями в сетях. Те, кто стоял у истоков интернета, помыслить не могли о такого рода э, повороте событий. Возьмем харасмент, возьмем травлю, в частности, когда она касается детей. Что касается терроризма, тут мы готовы принять э, законы в Европе, и расширить это и на э, весь мир, конечно же. Что касается э, кибертравли или языка и риторики ненависти, тут требуется более тесное взаимодействие между странами и с частным сектором. Но ущерб страшный совершенно от такого рода действий в интернете. Травля в интернете приводит к самоубийствам, и это не просто пустый разговор. Мы видим это действительно в повседневной нашей жизни. Мы должны забыть о бинарном подходе автор-контента и хостинговые компании. Мы должны сделать так, чтобы все виновные в размещении контента на платформах несли бы ответственность. И необходимо а, определить статус этих платформ как а, ускорителя распространения контента. Требуются законы, которые позволят привлекать к ответственности в случае размещения распространения на платформах а, риторики ненависти и подобного контента. Необходимо действовать а, сообща. И Франция планирует провести с Фейсбука в первом полугодии следующего года э, эксперимент. В Фейсбук будет направлена делегация французских парламентариев, которые совместно с экспертами фейсбуковскими разработают конкретные совместные предложения по борьбе с э, оскорбительным контентом или контентом, содержащим элементы риторики ненависти. Вот о каком сотрудничестве я как раз и говорю. Я приветствую такой вот экспериментальный подход, который позволит вполне конкретно проработать пути, которые позволят платформам применять жещ... самые жесткие методы анализа и контроля того контента, который они размещают у себя. Я считаю, что это первые шаги, но очень важные шаги. И, наконец, защита граждан в демократическом обществе. Эта защита невозможна без доступа к качественной информации. Интернет ⁇ великолепный инструмент доступа к знаниям. Но смотрите, какой парадокс. Сейчас именно в интернете распространяется дезинформация, слухи и риск на сегодняшний день заключается в том, что в скором времени, может быть, можно будет размещать в интернете информацию или видео, например, которые невозможно будет распознать как фальшивые. На сегодняшний день искусственный интеллект позволяет э, такого рода размещение информации. Поэтому нам нужно какие-то... Э, Независимые э, инстанции, которые могли бы э, быть гарантами подлинности информации. И такой инстанцией могут быть журналисты. И мы должны принимать жесткие решения в этом плане. Организация ⁇ Репортеры без границ ⁇ подготовила международную декларацию по информации и демократии. В ней содержатся принципы, которые могут позволить создать публичное пространство, которое содействовало бы соблюдению прав человека. Вчера эта инициатива была оглашена на форум, Парижском форуме мира. Ее поддержали ряд глав государств и правительств. Я тоже полностью поддерживаю эту инициативу. Франция начала уже принимать меры, в частности, по борьбе с фейковыми новостями, в частности, во время избирательных кампаний. Я призываю всех вас... Также конкретно совершенно поддержать эту инициативу. Те, кто не борется за э, э, честность информации во время избирательных э, кампаний, льют воду на мельницу авторитарных режимов. Те, кто не борется за э, соответствующий статус э, журналистов ошибаются, они не правы, потому что, опять же, э, они встают на путь э, литивистских э, отношений, фактически э, льют воду на мельницу тех, кто выступает в качестве троянского коня и в конечном итоге погубит демократию. Не все комментарии равны друг другу, они равны друг другу в том случае, если они основаны на подлинных фактах. Вот в чем суть демократии. Уважаемый Кристоф Дулюар, поддерживая вашу инициативу, Напоминаю, я вспоминал слова Анны как когда она боролась против любых форм тоталитаризма. Эти новые формы тоталитаризма подпитываются или опираются на религиозный абскурантизм. Фактически они используют наши слабости, наши средства, наши каналы, и используя вот этот вот принцип, что все равно друг другу, принцип релятивизма, готовы поставить нас на колени. Поэтому по всей этой тематике, я считаю, мы должны занять совершенно однозначную позицию. Я призываю вас, всех тех, кто имеет отношение к интернету, к интернету разработать принципы доступа к справедливого доступа к интернету и поддерживать всячески гарантов подлинности интернета. Далее, следующая тема – это гарантия безопасности в интернете, в киберпространстве. Это залог а, сохранения целостности интернета. И если сейчас существуют определенные риски для этой целность, целостности, то связаны они с тем, что а, а, недобросовестные люди, злонамеренные люди используют различные а, слабые, узкие места, которые существуют на сегодняшний день. И речь идет не только о системах обороны, например. И мы должны объединить усилия, объединить государственные и негосударственные инстанции для обеспечения безопасности в интернете. И Франция в рамках форума Парижского форума мира и форума по управлению интернетом инициировала призыв, которым, который обращается к государствам. Не гос международным организациям, частным компаниям, муниципальным органам, местным экторам объединить усилия для выработки норм защиты прав в интернете по борьбе с посягательствами на безопасность в интернете, безопасность цифровых продуктов десятки и сотни государств, компаний, организаций гражданского общества присоединились к этому призыву. Это фактически результаты апогеи действий, которые предпринимались на протяжении последних лет. И я призываю вас присоединиться к этому призыву и всячески его распространять. Но серьезнейший главная проблема – это осуществление затем положения этого призыва. И я считаю, что необходимо, чтобы именно форум отслеживал осуществление этого призыва, чтобы форум обеспечил мониторинг выполнения этих положений. Настало время взяться за непосредственно за конкретные действия. И, наконец... Третий приоритет, важный для будущего интернета, это сохранение творческого начала, возможностей экономического развития сети. Это, кстати говоря, тема, которая касается и, и, и интернета непосредственно, и ЮНЕСКО. ДНК интернета заключается в том, что... Талант, где бы он ни был, какими бы средствами он ни располагал, имел возможность выйти на международную, всемирную аудиторию. Вот в чем действительно революционность э, интернета. Но и здесь в ЮНЕСКО это звучит особо символично. Мы должны в, э, действовать в цифровом пространстве э, с целью сохранения культурного разнообразия, мы должны э, обеспечить э, доступ к всеобщему культурному наследию. И тут Франция готова сыграть э, свою роль по праву ей принадлежащую. Знаете, многие годы, пока мы приучали к интернету, привлекали людей к интернету, мы всячески расхваливали его раскры... открытость. Но при этом в какой-то мере мы как бы выступали за единообразие. Главное открыть, а что там будет в этом открытом пространстве, неважно. И сейчас э, мы должны победить в борьбе, которую ведем сегодня в Европе. Э, единый цифровой рынок, 28 членов, может быть, завтра 27 их останется. Но так вот, это единое пространство, которое позволяет признавать в едином режиме, единый режим авторских прав на всем этом пространстве. Многие из вас боролись за признание авторских прав. Если сегодня нам не отстаивать это единство, то мы признаем, что существует единое, единственное авторское право, что авторским правом располагает тот, кто распространяет э, произведения, а не автор реальный этих произведений. Кто является автором? Творец или, или платформа, через которую произведение распространяется? Возьмем э, Отношения между э, хостинговыми компаниями и производителями контента и так далее. Но мы должны отстаивать права авторов. В противном случае мы, получится, не поймем, в чем разница между автором и распространителем. Я бы хотел, чтобы в пространстве интернета признавалось, что произведение журналиста имеет определенную ценность. Что если произведение какое-то нравится пользователям, то э, за это вознаграждение должны получать не платформы, а авторы. Тогда эти авторы смогут творить и дальше. В противном случае они просто зачахнут. И я считаю, что борьба за авторские права, борьба э, за то, чтобы Признавались права авторов, это не что-то такое устаревшее и немодное. Над этим нужно работать. За это нужно бороться, воевать каждый день, чтобы не допустить гегемонии платформ в мире. Это позволит сохранить, выписывать и уберечь креативное начало, творческое начало. Но поэтому мы выступаем за создание подлинного регулирования платформы и четкого взаимоотношения между платформами и авторами. Новая экономика, понятно, вещь особая, но ее нужно регулировать. И все это мы будем делать в рамках Европейского Союза. Борьба за сохранение культурного разнообразия и за потенциал культурного интернета ⁇ это борьба за образование также. Нужно учить и воспитывать молодежь прежде всего. Но, во-первых, нужно базовое образование, чтобы люди могли ориентироваться в мире. Нужно бороться за то, чтобы люди имели доступ к кодам, доступ к интернету. Борьба за образование, инвестиции в образование со стороны международных организаций, государств, государственных и негосударственных экторов ⁇ это э, залог инклюзивности, залог развития. Без этого мы не сможем использовать в полной мере то, Новое, ну, ту новую форму просвещения, которую дает нам интернет, чтобы он не стал инструментом нового абскурантизма. Защита сетей предполагает также сбалансированный подход к вопросам налогообложения, чтобы новые участники не страдали бы и не оказывались бы в невыгодном положении по, по сравнению с устоявшимися секторами. Эту работу мы ведем во Франции, но нужно перевести ее на международный уровень. На сегодняшний день налогообложение в цифровой сфере несправедливо. И вся работа, проделанная в частности на уровне УЭСР, которая позволила более справедливое налогообложение, с тем, чтобы не просто люди платили, чтобы не средний класс единственно принимал участие в этих усилиях, Нужно это все делать и в цифровой сфере на сегодняшний день. В противном случае количество игроков на этой площадке снизится, и новые появляться не смогут, потому что они, эти новые экторы всегда будут жертвой мощных корпораций, которые практически никаких усилий финансовых совершать не будут. И мы э, планируем ускорить работу над этой тематикой в ОСР. И тут нужно, конечно, проявить, проявить коллективную изобретательность. Справедливое налогообложение в наших обществах это важно. И это уже может быть самоцелью, но можно также помнить о том, что мы должны не допустить объединения э, неслыханных средств в руках. Э, гигантов в руках мастодонтов и э, справедливое налогообложение позволит э, развиваться новым э, игрокам на этом поле нужно также э, предпринимать усилия в области искусственного интеллекта мы этим занимаемся во Франции мы готовы усилить наше взаимодействие с Германией и другими странами. Мы э, большие инвестиции делаем в эту сферу, но нужно набирать обороты. Во время председательства Франции в Большой Семерке в будущем году я продолжу работу в области искусственного интеллекта. Мы работали э, в этой сфере э, ранее. Э, Будем вместе с господином Трюдо, мы об этом договорились, будем продвигать идею создания организации, подобной МГИК, которая работала бы в области искусственного интеллекта. На сегодняшний день на Европу приходится лишь 10% мировых инвестиций в ИИ, и мы будем наращивать эти инвестиции, как с нашими немецкими партнерами, так и с другими партнерами в Европе и не только. Будем продолжать работу начатую вместе с нашими партнерами из Канады и с некоторыми другими коллегами. Работу над созданием такой группы экспертов по вопросам ИИ туда должны входить представители экспертного сообщества, специалисты в области технологий. Опираться она должна на УСР должна опираться на ЮНЕСКО, в том, что касается вопросов этики в особенности, потому что развитие искусственного интеллекта в полной, ми в полной мере невозможно без этической составляющей. Эта структура, которую мы хотели бы создать, как раз и должна на возможность учесть научные, этические, технологические аспекты революции, которая охватывает весь мир. Мы должны эта группа должна будет опираться на такие международные организации, как ОЭСР и ЮНЕСКО. Я приглашу к размышлениям тех, кто занимается сейчас вопросами искусственного интеллекта в первом полугодии, в начале первого полугодия следующего года. Я предложу им собраться для проведения дискуссии. Цель наша выработать конкретные меры, и мы будем подводить итоги годичным размышлениям в. Париже в, на очередном форуме мира и в Берлине на очередной сессии форума об управлении интернетом. Господа, Кофи Анан, который недавно ушел от нас, говорил, для того, чтобы управлять интернетом, мы должны проявить по меньшей мере такую же креативность, как изобретатели интернета. Это слова правительские. Действительно, нам нужна креативность и в техническом, но также и в этическом, дипломатическом, общественном плане. И не случайно мы собрались сегодня в Париже 12 ноября, день спустя после празднования столетия окончания Первой мировой войны. В 1918 году подписанием мира открылась мирная конференция, которая будет должна, призвана была продолжаться несколько лет. Тогда наши предшественники внесли, э, осуществили действительно революцию в осуществлении э, взаимоотношений между государствами. Э, была создана Лига Наций, которая, как вам известно, Распалась перед лицом морального, экономического политического кризиса, но именно Лига наций стала прообразом Организации Объединенных Наций. Сегодня мы должны изобрести, создать новую систему международных отношений, которая включала бы в себя не просто государство, но всех вас также. Именно этого хотел бы я. Именно на это мы берем курс. На вас, тех, кто имеет отношение к работе интернет, это налагает огромную ответственность, равно как и на нас. И я убежден, что мы, вслед за отцами-основателями, сможем отреагировать на эти вызовы и решить эти проблемы. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, всем вам желаю плодотворной работы.